Да ладно, ты гонишь, блин. Вот, купил мясо немножко. Сейчас шашлык делать будем. Пещера Проходна, более известная в народе как Глаза Бога, в принципе, очень легко доступная. Свернув с асфальтового шоссе, подъезжаешь на небольшую стояночку, проехав там какие-то там 200-300 метров по грунтовке, оставляешь машину на стоянке и пешочком буквально 3-5 минут спускаешься прямо в эту пещеру. Есть. Не разочаровал? Здесь всегда полно туристов в любой сезон. Причем в основном это болгары, это местный туризм. Едут с семьями, едут с друзьями, с приятелями, просто походить. Полазить даже некоторые, как скалолазы, с веревочками наверх. То есть такое тоже бывает. Это наша небольшая компания. Очень хорошая, очень дружная. И поездка у нас получилась душевная, просто можно сказать.